устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Тува и Республика Алтай готовятся к реконструкции автодороги из Мангунтайги в Кошагач. Глава Тувы дал поручение Республиканскому управлению автомобильных дорог оценить стоимость реконструкции полотна, которое связывает Мангунтайгинский район с райцентром Кошагач в Алтае. В ходе прошедшего в октябре Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» был подписан пакт с главой Республики Алтай Александром Берниковым, который поддержал идею провести данную автодорогу в надлежащее состояние. Как отметил Шалбан Карол, оказалось, что это очень непростая дорога, которая, возможно, потребует вложения довольно больших финансовых вложений. Но, несмотря на это, по его словам, эта дорога должна быть, по крайней мере, грунтовой, чтобы по ней можно было бы безопасно преодолевать горный хребет. В столичной мэрии состоялось совещание по вопросу пассажироперевозок. Так, по данным городской администрации, сегодня на территории КЗЛА действуют 24 маршрута, из них 9 по направлению Дальний Кахе. Как отметили участники совещания, проблемы в сфере пассажироперевозок есть, но они решаются. Так, для отслеживания движения маршруток при департаменте городского хозяйства мэрии КЗЛА создана единая диспетчерская, оснащенная по последнему слову техники. На мониторах диспетчерской отражается вся информация о транспорте, сколько единиц работает на том или ином маршруте, а также путь следования автобусов. Городские власти видят решение проблемы пассажироперевозок также в оснащении маршруток системой ГЛОНАСС. Тогда движение маршрутов можно будет отследить и с помощью электронного табло, которое планируется установить в центральной части КЗЛА. Также будет установлена таблица с расписанием транспорта. Если же пассажироперевозчик не будет выполнять требования, установленные законом, у него могут изъять карту маршрута. Когда как перевоз пассажиров без карты маршрута карается штрафом в 300 тысяч рублей. Такого наказания не избежать и водителям, выходящим на линии, когда им вздумается. Лучезарная мама – так называются курсы для беременных, которые могут пройти будущие мамы. Через разные техники, такие как арт-терапия, песочная терапия, мандала, куклотерапия, слушательницы курса получат ответы на волнующие их темы. Также перинатальный психолог Мария Маврина расскажет женщинам в положении, как подготовиться правильно к появлению малыша. Вы научитесь таким базовым важным методикам, как техника дыхания в родах, техника дыхания в схватках и самообезболивание в родах. Это очень важный момент во время родов и схваток. То есть вы сможете расслабиться во время родов, сможете сами себе обезболить, насколько это возможно, и пойти в роды спокойно, уверенно и с надеждой на благополучный исход родов. С 1 января 2019 года сельхозтоваропроизводители могут получить освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, то есть право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением уплаты НДС. Но здесь есть условия: если за предшествующий налоговый период сумма дохода, полученного от реализации товаров, не превысит определенного размера. При этом в целях освобождения от исполнения указанных обязанностей размер дохода в 2018 году установлен как 100 миллионов рублей, в 2019 году 90, в 2020 году 80 миллионов рублей, в 2021 году 70 миллионов, а в 2022 году 60 миллионов рублей. Для использования права на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС необходимо подать до конца 2018 года уведомление. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 99 копеек, евро 74 рубля 4 копейки. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Компания «Вятские мехабелка» вновь в Кызыле. Покупай шубу и участвуй в розыгрыше немецкого автомобиля. Рассрочка до 3 лет без переплаты. Со 2 по 7 ноября в ЦУМе. Тува вошла в число победителей федерального конкурса на обновление материально-технической базы сельских школ. В рамках мероприятий, направленных на реализацию национального проекта образования, предполагается создание центров цифрового и гуманитарного профилей в сельских школах, а также в малых городах.
Сообщается, что подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических задач, стоящих перед республикой, в том числе и страной, должна начинаться с изучения предметных областей, таких как технология, информатика, основы безопасности и жизнедеятельности. Кроме того, как сообщают кураторы национального проекта образования, сформированные в процессе такой подготовки начальные технические и технологические умения и навыки необходимы молодым людям для освоения современной военной техники в период службы в рядах вооруженных сил страны. В Министерстве здравоохранения Тувы продолжается работа по организации санаторно-курортного лечения детей. С начала года Минздравом на оздоровительный отдых было направлено более 2500 детей. Они получили оздоровительное лечение в санаториях озера Шира, Белокуриха, Вулан, озеро Карачи. Противотуберкулезные санатории «Пионер», «Кирицы», «Пушкинский» направлено 49 детей. Бесплатные путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, способным к самообслуживанию и не нуждающимся в сопровождении, также детям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы получить путевку на санаторно-курортное лечение, для ребенка его родители или законные представители могут обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Отбор и направление детей на лечение осуществляется при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Путевки на санаторно-курортное лечение распределяются среди медицинских организаций республики в зависимости от количества детей с хроническими заболеваниями, находящихся на диспансерном наблюдении медицинских организаций. Юная певица из Тувы Айкыз Кыргыз в числе лучших финалистов музыкального шоу «Новая звезда». 4 ноября на «Звезде» на сцену «Новой звезды» вышли самые талантливые юные россияне. Первый приз на «Юной звезде» разделили между собой два конкурсанта. Это Арина Кошелева из Еврейской автономной области и Валерий Кузаков из Якутии. Ну а на втором месте оказалась Айкыз Кыргыз, представлявшая Туву. Третью строчку заняла Дениза Хикилаева из Кабардино-Балкарии. Также Айкыз Кыргыз, как один из 10 финалистов национального музыкального конкурса, во весь голос участвует в голосовании на приз зрительских симпатий. Проголосовать можно на сайте телеканала РУ-ТВ. Голосование открылось 5 ноября в 19 часов. Оно продлится ровно сутки. Победителя объявят завтра, 6 ноября, в прямом эфире телеканала РУ-ТВ. Поддержим нашу талантливую звездочку. В Туве дан старт музыкальному конкурсу «Звезда Тувы-2. Перезагрузка», который проводится при поддержке Министерства культуры региона и музыкальной студии Олега Сарыглара. Напомним, первый проект «Звезда Тувы» прошел в 2005 году. В этот раз название «Звезды Тувы» претендует 25 юных талантов, которые поборются за место в Звездном доме 8 ноября в Доме народного творчества. 8 числа мы проводим первый отборочный тур. Мы уже кастинг провели, выбрали 25 человек. На первом туре мы отберем человек 15-16 для дальнейшего участия в проекте. Дорогие наши жители нашей республики, и мы приглашаем 8 ноября в 6 часов. Первый тур у нас будет. И болейте за своих сыновей, дочерей, братьев, сестер. Задолженность по кредитам и, как следствие, лишение имущества. Подобные ситуации в современном обществе не редкость. Серьезные проблемы с долгами кардинально меняют жизнь человека, порой заставляют совершать роковые поступки. Однако безвыходных обстоятельств не бывает, считают юристы. Главное – вовремя обратиться за квалифицированной поддержкой, а не пытаться самостоятельно отстаивать свои интересы в судах. В последнем случае дело обречено на неудачу. Высококлассные профессионалы компании «Юристы без границ» всегда готовы прийти на помощь отчаявшимся должникам. Юристы нашей организации помогут оспорить договор микрозайма, снизить завышенный процент до минимального, сохранить заложенное имущество, дом, квартиру, машину, ну и также помочь выйти из финансового кризиса. Компания «Юристы без границ» расположена по адресу Абакан, улица Щетинкина, 20. У
устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой умеренный снег. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10, минус 12, днем минус 1, минус 3. На дорогах гололедица. Устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные займы до зарплаты.